Ксения Собчак. Максим очень давно знал о чувствах к Косте. Слухи о романе 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова появились в конце прошлого года, а сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе. Для многих история любви этой пары развивалась слишком стремительно, ведь телезвезда еще была замужем, когда ее стали замечать в компании режиссера. Константин и Ксения познакомились 5 лет назад, и тогда между ними был исключительно профессиональный интерес. Собчак брала интервью у Богомолова. Первые впечатления о режиссере оказалось не самым лестным. Я про себя подумала еще тогда. Скучно, говорит. Умный, но скучный, вспоминала телезвезда. Общение с Богомоловым возобновилось только в мае прошлого года, причем с подачи самого Виторгана. Максим часто был на спектаклях Константина. Я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот нас он пригласил. Помню, я еще спросила, это точно? Константин говорит, точно. Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала, ну что за необязательный человек? Но все началось 2 месяца спустя, в конце июля 2018. Тогда я еще была главным редактором «La Ficielle». Мне пришла в голову идея сделать материал о 2 людях, изгнанных из МРТ, о Саше Молочникове и Богомолове, делилась Ксения. Обсуждение материала быстро превратилось в дружескую беседу. Однако, лучше узнав друг друга, Ксения и Константин поняли, их связывает нечто большее. Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять, отмечает звезда. Собственно, любовь – единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда, честно, я старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. О розовом слоне. Это был сложный период, который мы по-разному переживали.